Всем привет! И сегодня я наконец-то снимаю новое видео. Сейчас я буду стараться выпускать видео почаще и надеюсь, у меня это получится. Но сегодня я снимаю не обычное видео, а влог вечера. Ну, необычный, так как я сейчас буду у Грозы мамы. Поехали! Когда я прихожу к ним в гости, я постоянно кручусь на этом кресле. Я так кручусь несколько минут. И мне это нравится, пока у меня не закружится голова. Вот. Вот такой вот я человек странный. И я так кружусь очень-очень долго. Ну, конечно же, в конце мне нужно покривляться лицом. Пришла попить чай, потому что я захотела перекусить. Надо поставить горячаник. И для этого надо очень долго ждать, пока загорится газ. Потому что он, чтобы дети не играли. Вот, загорелся наконец-то. Ставим чайник. Так, темнота. А, это мы в холодильнике. Вы побывали в холодильнике, а я тут еще поесть. Ну, ничего не нахожу, поэтому закрываю холодильник и ухожу. Так, тут, наверное, вы думаете, что я сижу в телефоне. Ну, возможно, и так. Я и сижу, смотрю ТикТок. Он очень интересный. Да, смотрите тоже ТикТок. Вам понравится. Смотрю ТикТок, пока кипит чайник. Возможно, смотрю и не ТикТок. Да, я смотрела не ТикТок, я смотрела в простой черный чехол, потому что я снимаю на телефон. Логика. Вот. Листаю свой чехол. Вот. Передумала пить чай, теперь, короче, все выключаю и иду в другое место. Пришла, значит, помыть голову, потому что голова жирная, и решила помыть. И зачем-то показываю пальцы, типа нельзя, закрываю рукой. И перевоплощение, я помыла голову, теперь у меня вместо волос полотенчика. Так, теперь я пришла назад на кухню. И хвастаюсь своей новой кружечкой, которая очень классная. И она подходит мне под полотенчико. Наливаю горячую воду. И идет очень красивый дым. Ух. Теперь нужно понюхать обязательно воду. Не налить чего-то, что надо, но надо. Потом почесать нос. И достаем чай. Чай я буду пить с мышкой розовой. И с лимончиком вот такой вот. Берем один пакетик, мешочек, и кидаем его. И мешайкаем. И все окей у нас. Теперь я вам покажу, как правильно заваривать. Берем пакетик, кинули, и мешаем. Вот так вот, как я. Пытаемся его закинуть вниз. Да, вот будет самый вкусный чай. Нет, не слушайте меня, просто мешайте, как вы умеете. Теперь я пробую его на вкус. На вкус он очень сладкий и очень вкусный. Наверное, еще у меня на кружке этикетка, а так все ок. После того, как я попила чай, я решила посмотреть вот это шоу. Это шоу мне очень понравилось, но очень смешное. Особенно вот этот чувак, который в белом. А это вообще клевый, он вообще топовый. Не вот этот китаец, а вот этот в шапке сидит новогодний. Вот этот. Это Человек-паук, это бабка танцует, это она кошка, это вообще она танцует, вот это вообще. О, Егор Крид там был, кошка опять. Ну, короче, вот. А это что? А это я бы в шкафу. Я ищу себе что одеть, и что же я выберу, шорты, и что же еще? И это футболка, и это мой лук. Конечно же, мне нужно покривляться возле зеркала. Как же без этого? Кривляемся, кривляемся, не обращаем внимания. Вот. Тут я закрываю жалюзи, и чтобы это и все делаю нам быстро скорость. Теперь надо расправить кровать, потому что я собираюсь спать. Время 01:00, и мне пора спать. Вот. Всем пока. Надеюсь, вы досмотрели это видео до конца. И сейчас вы мне поставите лайк и подпишитесь на этот канал. Всем пока. Ну, если вы, конечно, смотрите это видео ночью, спокойной ночи. Ну и мне спокойной ночи. Всем пока.
Сладких снов. А чтобы вам приснился хороший сон, вам нужно поставить под этим видео лайк. И тогда у вас будут самые крутые сны. Всем пока!